Что думают власти области про бездомных животных и Алмазную долину? На вопросы жителей региона в соцсетях Центра управления регионом ответил первый заместитель губернатора по промышленности, экономике и сельскому хозяйству. В числе наболевших вопросов ситуация с бродячими животными в области. Александр Ремига напомнил, что за отлов животных отвечает областная ветинспекция, а конкретно Центр ветеринарии. Он нанимает подрядчиков, которые занимаются зверями. Власти области в этом году выделили средства на приведение в порядок приютов в Гусь-Хрустальном. До конца года по поручению губернатора там должны выполнить необходимые работы. Теперь, что касается областной столицы. Сейчас на стадии выхода документация. И надеемся, что в этом году уже проведем конкурсные процедуры по поиску подрядчиков на строительство приюта в городе Владимире приблизительной мощностью единовременного содержания до 300 животных. Вот. Но скажу сразу, задача ключевая, которая прописана в федеральном законодательстве, это в первую очередь отлов животных, их чипирование, проведение определенных процедур с ними. В планах строительства двух, как выразился Александр Ремига, питомников для животных. Правда, где именно они появятся, пока неизвестно. По словам Александра Ремиги, питомники должны появиться в ближайшие 1,5-2 года. Спросили первого замгубернатора про амбициозный проект, о котором власти заговорили в конце прошлого года, о создании в одном из районов Алмазной долины. Александр Ремига пояснил, что это очень сложный проект, он требует времени, но в долгий ящик его откладывать не собираются. Сейчас находится в стадии проектирования. И то есть резидентов в Карабаново, это в Александровском районе, там планируется всего 5 по тематике смежных, либо с производством искусственных алмазов, либо карбидокремниевых подложек. Вся эта история направлена в первую очередь на микроэлектронику. Во вторую и даже в третью очередь, как выразился Ремига, проект будет связан с ювелирной продукцией. Планируется охватить меньше 5% производства. В консорциуме по Алмазной долине ведущие научные и производственные центры страны. Сейчас проводятся исследования, проектируются помещения. До конца года планируется начало работы в Карабаново минимум одного предприятия проекта. Всего в Алмазной долине предполагается работа как минимум 5 резидентов. В этом году жителей области потревожило небывалое количество гусениц шелкопряда, особенно в Гусь-Хрустальном районе. На сельхозземлях вредителя специалисты не обнаружили, а вот в лесах и на личных участках жителей пришлось усилить контроль и обработку. Еще одна из тем, с которой обратились к Александру Ремиге, возрождение системы пунктов заготовки ягод, грибов и орехов. Это нужно, чтобы дары леса люди сдавали централизованно, и они проходили необходимые проверки качества. Было бы правильно эту работу организовать на уровне интереса бизнеса. Здесь, может быть, необходимо создать условия, если вот конкретный заявившийся там имеет уже форму, да, то есть увидит, как это можно организовать, здесь вот можно было бы подумать в рамках наших полномочий, чтобы действительно простимулировать просто как отдельное направление бизнеса. И о туризме. В региональном приоритете работа со школьниками, поддержка и развитие частных музеев. Из нового в этом и в следующем году власти постараются развить в регионе систему глэмпингов. Это принцип организации экологичного отдыха, когда находишься на природе, но при этом с комфортом гостиницы. Кроме того, в область постараются привлечь любителей автотуризма, как дал понять Александр Ремига, с помощью обустройства удобных и продуманных парковок площадок. Маргарита Бычкова, Маргарита Махрова, 6 канал.